Привет, ребятки! Рад приветствовать всех на канале Амукучинары. Как вы думаете, где мы находимся? Это пивоваренный завод. И конкретно это место называется бродильный цех. Здесь стоит пиво и бродит. То есть практически в каждом этом танке есть пиво. Каждый танк по 14-400 литров, но это не главное. Я здесь сегодня нахожусь для того, чтобы сварить свое собственное пиво. По моей рецептуре, то, которое нравится конкретно мне, с моими добавками, и я уверен, оно вам понравится. Плюс, поскольку многие из вас очень любят пиво, я уверен на 100%, что вы любите пиво, но не все знают, как оно варится и вообще, что происходит на пивоваренном заводе, параллельно с варкой решили снять для вас хороший материал, чтобы объяснить, что к чему и как чего здесь происходит. Погнали, будет очень интересно. Главное, братцы, что здесь можно скоротать времечко. Причем время можно скоротать с удовольствием. Взял стакашку. Из танка совсем другое пиво вообще. Ароматика-то какая, а? Как вы знаете, все пиво начинается с солода, и мы сейчас в дробильном цеху, здесь дробят солод. Солод очень вкусно пахнет, и очень прикольно его вот так руками мацать, потому что это прям успокаивает. Вкратце расскажу, что здесь происходит. Солод дробится, смешивается с водой и подается в заторный чан. Для моего пива будем использовать два солода, один финский, другой немецкий, один ячменный, другой пшеничный. В общей сумме 400 килограмм, чтобы получилось 4 тонны пива. Ну, я хочу сказать вам, что работа пивовара не очень легкая, потому что мешки тут тяжелые. Оп. Так. Оп. Оп. Мне еще все разрешили здесь трогать руками, прям вот так вот можно делать. Потому что, во-первых, это все будет еще вариться, а во-вторых, у меня медицинская книжка есть. Ну это прям такой кайф вообще. Я не деревенский, не видел никогда столько зерна солода. Кайф. С дробилки вода вместе с солодом попадает в заторный чан. Здесь такая штука крутится и разбивает крахмал на сахара, чтобы потом дрожжи могли питаться. Потом это все дело перекачивается в чан фильтрации. Здесь тяжелые части дробины осаживаются вниз. Нам сейчас Ваня расскажет поподробнее, а то я не шибко силен в пивной науке. Я еще чуть-чуть налью. Жизнь налаживается, друзья мои. Офигенная пивас. Просто чума. А тут как раз вот и подошел Иван, главный технолог завода, с которым мы сейчас вместе сварим мое пиво. Ну вот эта вот масса, затор, перекачалась у нас сейчас в фильтр чан. Твердая часть, то есть шелуха, так потом так называемая дробина осядет на сита, которая здесь находится. Сверху останется жидкость и начнет фильтроваться сквозь вот этот слой дробины. Будет скапливаться под ситами, уже фильтрованное и чистое, и начнет перекачиваться в сусловарочный котел. То есть здесь мы только жидкость увидим? Да, но вот здесь вот мы увидим слой вот такой вот этой дробины. Сейчас он станет здесь плотнее, осядет. А сверху будет слой жидкости. И она будет вот фильтроваться сквозь. То есть там образуются такие канальцы маленькие.
может быть, их даже будет видно. Вот, и здесь уже будет собираться чистое фильтрованное сусло, потом в фонаре мы как раз увидим прозрачное такое. А, то есть потом мы отсюда будем его вытаскивать? А, да, через этот фонарь все сусло перекачается со временем в сусловарочный. Вот, то есть все сусло пройдет через этот фонарь, мы будем смотреть, прозрачное оно или нет. Окей. Вот так. Смотри, какая штука, это пиво, рождается так пиво, ребята. Рождается, я прям очень хочу попробовать. Если честно, это еще не пиво, это сусло, но выглядит достойно, выглядит достойно. Янтарное такое, а? Слушай, я сейчас первый раз в жизни буду пробовать пивное сусло. Оно еще горячее, на запах, как будто у меня хлеб в стакане, знаешь? Оно сладкое-сладкое на вкус. Как будто это... Как будто это сахарный сироп. Реально тебе говорю, попробуй иди, лё. А чё оно такое сладкое? Как будто хлеб в стакане. Сусло отфильтровали, оно пошло в варочный котел. А это сейчас дробину вытаскивают. Ее отдадут коровкам и бычкам. Она очень питательная, очень вкусная, и производство получается безотходным. Сейчас мы будем проверять пиво на плотность. Не пиво, а сейчас мы будем проверять сусло на плотность. Это нам зачем нужно? Чтобы узнать конечный продукт, как будет чего. А прибор этот как называется? Ареометр. А, как поплавок. А, и сколько выдаст, столько и этот. Да, и он сейчас покажет концентрацию сухих веществ. Ну вот она пока выше, даже не хватает его. Вот. Значит, получилось хорошее, очень плотное сусло. Братцы, а сейчас идет самый важный момент. Мы идем засыпать хмель. Всего на нашу варку 1750 грамм. Пошли. Хмель засыпали, сейчас немножко покипит, а потом добавляем секретный ингредиент. Тот самый микс, который делает мое пиво моим. Сейчас уже варка прошла, и сейчас момент специй. Пойдем. После варки пиво попадает в вирпул, здесь идет отделение хмеля от сусла, а дальше через систему охлаждения уже в танк. Добрались мы до пункта управления полетами, так сказать. Ваня, наш, ваш главный пивовар, так сказать, главный технолог, как должен звучит, я тебе просто не главный помню. Технолог. Главный технолог. Вот да, нам да. Сейчас Ваня расскажет, что к чему на этих чудных мониторах. Ну да. Все управление у нас, практически все оно управляется отсюда, да, поэтому действительно, Хьюстон, если у нас проблемы, то это решается здесь. Вот, в данный момент у нас вот происходит фильтрация. На одном мониторе у нас сейчас видно фильтр ЧАН, в котором как раз-таки то, что мы с вами видели, фильтруется, отделяется дробина от сусла. Вот, а на втором мониторе уже видно сусловарочный котел, в которой, соответственно, это сусло перекачивается, где оно потом будет кипеть вот 90 минут с добавлением хмеля. А танки где? Где все пиво хранится? В конечном? О, это здесь. Вот как раз показаны все большие танки. Здесь у нас вот можно посмотреть объем, температуру, открытые клапана охлаждения, открытые трубы. Все здесь показано. Вот, вот можем, допустим, посмотреть вот 15-й. ЦКТ, цилиндроконический танк, был захоложен вчера, и вот как опускалась температура. Точнее, зачем? Начинается, когда заканчивается главное брожение, начинается процесс дображивания.
Соответственно, понижается температура, чтобы дрожжи садились вниз, и пиво само осветлялось. И сколько у тебя всего там сейчас пива? В каждом из них по 12 тонн. В каждом из них по 12 тонн. Рай? Рай. Он здесь. А там можно что-нибудь попробовать? Конечно, прямо из танка. Пиво Мукучинары в этом бидоне. 12 тысяч литров. И будет готово оно через 3 недели. Ждем. Прошел месяц, и мы приехали сегодня закатывать пиво по банкам и пробовать его на вкус. Я в нетерпении, потому что я его не пробовал, но по факту оно в банке может быть совершенно другое. И прям очень жду. Вань, что мы сейчас будем делать? Да, пиво созрело, пиво готово. Сейчас мы пойдем это все в специально закупленную нами белую банку разольем. Поклеим этикеточку, упакуем лотки, и пиво будет готово. Можете приезжать, покупать, забирать. Мукучинары! Ребята, я сварил лучшее в мире пиво. И вот этот пробный тест, пробный, так сказать, бокал. Пиво холодное, потому что наливалось оно из танка, большого танка. За вас! Божественно, божественно, друзья мои, это уже 6-я банка, я уже немножечко на кочерге, пиво просто супер. Ну что, братцы, мое пиво готово, оно получилось очень вкусным, это было непонятно до самого последнего момента, потому что мы его тестировали на маленькой 5-литровой пивоварне, и вот когда оно уже в банке, уже можно попробовать, и оно прям реально вкусное. За это хочу поблагодарить весь завод «Новая Рига» и отдельно и Ваню, который главный пивовар, потому что пиво бомба. То пиво, которое я сам могу пить, мне оно нравится. Я уже выпил 7 банок, если честно, и оно прям заходит. Попробовать можно будет у меня в Гриль Академии, либо купить его в магазинах «Новая Рига». Он также будет в ленте, вот если из гипермаркетов брать. Ну, я думаю, что наш коллаб будет расти и будет... Сделаем еще пиво. А так, я вам показал, как работает маленький пивоваренный заводик,
как мы дробили зерно, как мы делали сусло, как мы, собственно, варили пиво, какие ингредиенты добавляли. Вот что получилось в итоге. Большой глоток я делаю за вас, чтобы все были всегда здоровы и у всех было позитивное настроение. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите новых выпусков. Dormirse, tiembla en sus entrañas.